За последние 10 лет Сингапур инвестировал в экономику Казахстана более 60 миллионов долларов США. И это не предел. В этом уверены участники Казахстанско-Сингапурского бизнес-форума. Сегодня представители двух стран встретились в Астане. Наиболее привлекательными сферами для сотрудничества партнеры называют IT-технологии, транспорт, коммуникации, инфраструктуру и химию. Мы устанавливаем отношения с сингапурской бизнес-миссией, сингапурскими ассоциациями, в которые входят более 20 тысяч компаний. Далее, в сентябре, может быть, чуть позднее, в этом году мы поедем в Сингапур и уже будем разговаривать на такой более профессиональном уровне в части того, что у нас будет более такой квалифицированный подход, в части того, что мы идентифицируем компании, которые мы хотим видеть в Казахстане, и от этого уже будет как бы следующий шаг.